позиция съемки. Так, ну вот, мы размяли, да, дошли до кулачкового техника, уже согрели так сильно, да, достаточно до покраснения. И после этого продолжаем всегда решать этот позвоночник. Вот, закончили на вот этом движении, да. И теперь прием называется «нож входит в масло». Мы разрезаем как бы человека вот пополам. Получается вот от тонкой косточки все шире, 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 да, раздвигаем тазовые кости от ребер. И, соответственно, получается вот этот камень преткновения наш мы толкаем в обратную сторону, да, то есть таз толкаем назад. А все, что выше растет, да, скелет имеется в виду, то мы толкаем вверх. Этим самым мы расслабляем, а тут находятся квадраты мышцы, помните, мы рисовали, да? Они вот так идут, и вот так растут, и вот так растут. Косые также мышцы, вот тут широчайшая мышца спины идет вот туда, к плечу, крепится у плеча. Поэтому вот мы входим. Обращайте внимание, что локтем по остистым отросткам промахиваемся, не бьем. То есть вот мимо, да? Кому надо, можно и глубже зайти, да? Но если, ну, так бывает болезненно, там, почки, там, да? Так что мы немножко чуть не доходим. И отодвигаем таз, видите, вниз. Вторая рука тут же входит, отодвигает ребра вверх. Вот мы раздвигаем их, видите, одна пошла рука, вторая пошла. Одна пошла, прям друг за другом они идут. Потом растягиваем по всему корпусу, и эта рука встает на ягодицу. А это разминает трапецию в этот момент. По ягодице она рисует концентрические круги, 4 круга, вот так вот. Не больно? Потом, не больно, да? Потом отодвигаем, рисуем 4 полосы вот туда. Отодвигая, да, все вниз. Переходим на вот этот наш сустав ППС, пояснично-подвздошный, да? Вот в эту ямочку туда встаем и убиваем таз назад. Теперь сам таз. Я вам говорил, что ягодица заканчивается здесь, но по сути кости, но выше. Вот. Если бить костью по кости, это всегда больно. Поэтому ни по остистам, ни по ребрам мы не вводим. Некоторые берут вот так вот раз и прям локтем по ребрам. Это очень больно, никто ничего не делаете. То есть делаем середины предплечья, вот этой частью. Вот так гораздо мягче и плотнее получается. А здесь, чтобы не попасть, мы берем немножко складочку, вот где-то 3-4 сантиметра сверху откладываем, и вот через нее сюда нажимаем, по диагонали, соответственно. В гребень, да? Да, прямо в гребень. И таз отодвигается. Чувствуешь, что это разъединяется? Вот. И это, соответственно, тест. Если человек есть грыжа, то тут стрельнет. Не стрелял здесь? Нет. Вот, мы тебя поздравляем, грыжи нету. Спасибо. А ты говорила, зря пришла, зря пришла. Вот. И маневрируйте, смотрите, если прямо стрём локтя, да, вот, будет больно. Тогда ставьте вот так, чтобы вот эта поверхность была. Это ударная часть, да. Вот, получается у нас вот, как бы, это инструмент долото, а это киянка. Прошли вот так вот. Ну, мы с вами потренируемся, что вот восьмерки всякие делать, вот такие вот. Заменяем локоть, например. Можно не заменять, можно этим же локтем вести по ребрам дальше, да? Разминаю. А можно заменить, кому удобно, посмотрите, каким локтем удобнее. То же самое этим локтем делать. Да двумя можно. Да двумя можно. Можно и двумя, да. В общем, смысл в том, что у нас локоть второй загнут вверх, и вот у нас корпус идет. Давим достаточно сильно. Давим для декомпрессии вперед и вниз. Видите, сначала рисуем большие круги, как блюдечки. Обратите внимание, что возле позвоночника мы двигаемся вверх. То есть закругляемся не в эту сторону, а все-таки в эту сторону. Многие массажные кресла там есть, или всякие такие подушки, они вот немножко неправильно построены, потому что у них вращение идет вот так, вниз. То есть они, получается, по чуть-чуть сжимают, а надо же разжимать, то есть вот в эту сторону, в эту сторону. Раздвигаем, да, да, да. Да, то есть поняли, сначала как круги получаются. Против часовой стрелки вот такие блюдечки. С этой стороны будут они по часовой стрелочке. Далее нам надо попасть локтем в реберно-поперечное сочленение, вот сюда. Это получается циферблат маленьких. Маленький от наручных часов, вот такой вот. То есть локтем идем уже поменьше. Раз, раз, и вот немножко туда подбиваем. У кого-то можно почувствовать, что прям что-то выпирает там, да? Прям может так раз найти и оп, туда прям, оп, нажать посильнее. Прям головой вот так вот, как маятник используется голову, руку также, оп.
смотрите, вот в этом положении вектор идет вот через руки, да? Угу. Если я в этом положении нахожусь, то вектор идет через плечо мое. То есть я давлю вот так вот головой в эту сторону. И тоже получается, видите, по диагонали вперед и вниз. Вот, продавили. И где остановились, там продолжаем. Следующая серия приемов, это рубанок называется. Ставим так руку, вот видите, как рубанок. Рука наша движется вдоль. Четыре полосы растираем. Потом... А, подожди, извини, можно вопрос, Олег? Ты, получается, вниз, а движение же должно быть туда, наоборот, в голове. Ну, это растирающее движение. А, можно так, да? Это просто растирающее, да. Локтем туда, сюда, туда, сюда. Они просто сидят, расшатываем в длину. Паузу сделать, да? Я пишу. Ты тоже паузу только сделай. Угу. Что у нас тут спрашивают?